крепкие тебе не разорвать. С чарами не справишься, век ты будешь мой. Ой-ой-ой, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой-ой, с чарами не справишься, век ты будешь мой. Ой-ой-ой, как ты мне нравишься. Красноярье, извините, это важное уточнение, потому что Красноярск и Красноярье – это понятие совершенно разное. Как много юности у нас, ты посмотри. Алена Игнатьева, руководитель младшей группы. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, сколько в этом году к вам присоединилось детей уже? К нам присоединилось достаточно большое количество, но мы продолжаем набор. Мы ждем наш большой коллектив детей с 4 до 7 лет. Как мальчиков, так и девочек. А поэтому... вот кого больше ждем? Мальчиков или девочек? Нет, вы специально вот такое соотношение? Так всех. Ну, мальчишек всех. Обычно же дефицит в танцевальных дефицит, коллективах. Да, соглашусь, поэтому. Ну, посмотрите, какие они красавчики. Ну, вы разве не хотите вашего сына увидеть вот такого вот на сцене? Ой, как ты мне нравишься. Прекрасно, да? А мне интересно, мальчикам-то нравится вообще танцевать? Тебе нравится танцевать? Привет. А что тебе нравится в танцах? Почему танцы прикольно? Музыка, и вон девчонки красивые. Смотри, губы как накрасили для тебя красиво. Как тебя зовут? Тимур. Тимур, а ты давно танцами занимаешься? Да. Ну сколько уже? Лет 8, наверное. Нет? 4. Вообще, ребятишки чаще приходят с 4 лет или все-таки постарше? Ну, 4 совсем маленькие. Нет, бывает даже у нас исключение, бывает и в 3 года приходят совсем маленькие крошки. Да, мы с такими работаем. Ну, а вообще, да, маленьких в основном ведут, но, знаете, бывают, и в этом году у нас набор был, и 7 лет, и 9 лет приходили. Алёна, что значит младшая группа, когда дети перестают быть именно в составе младшей группы? По 21? Нет, к сожалению, не 21, у нас дети 18, 17 лет выпускаются, 11 класс. У нас возрастные группы, то есть определенные группы. А, вот это вот у нас одна из самых маленьких групп, каблучок. У нас есть подготовительная группа, это уже более старшие детки, 8 лет. Есть младшая группа коллектива, средняя и самая старшая, это уже выпускники у нас почти. Да, на которых малыши так смотрят, думают, я когда-то тоже да, смогу. Когда-то я не смотрели точно так же. Так, ну давайте, дети, поднимите руки, кто будет танцевать до самого выпуска, до 18 лет. Так, а кто после 18 тоже будет танцевать? Уже рук так, меньше. А у кого есть планы на пенсии тоже танцевать? Когда бабушками и дедушками будем танцевать? Все, да? Уже слились. Ровно один человек. Алена, ну как к вам попасть? Расскажите, пожалуйста, где вы базируетесь, где коллектив находится? Нашему коллективу в этом году уже 51 год. Да вы что? Да. В том году у нас был шикарный юбилей, мы отпраздновали. А в этом году нам присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества России». Это очень почетно для нас. Это как-то меняет жизнь обычную, бытовую такую коллектива? Это очень текущую. Меняет, да, жизнь, потому что ребятишки живут в такой чудесной семье, еще и получив грамоты, дипломы, звание такое, их еще это больше мотивирует заниматься и работать, естественно, дальше. Вот, мы находимся в Коломенская, 25, это Правобережный городской дворец культуры. Вот, звоните, приходите в любое время, вас примут, все расскажут по расписанию. Ну и если ребенок, конечно, будет заниматься очень трудолюбиво и упорно, возможно, потом у него будут сольные номера. Естественно, да? Не без этого. У нас выпускники нашего коллектива работают уже ведущих коллективов города и России. Да. То есть это может даже в карьеру естественно. Вырасти. Так интересно, вот вроде юность Красноярья, а юности уже 51 год. Что ты имеешь против 50-летних вообще? Ничего, мне вот... Они вполне себе юны. Мы всегда юны, правильно. Есть кто-то, да, у вас из хореографов, кто со дня основания работает?
Да, заслуженный работник культуры Костяева Татьяна Ивановна. Самое главное, чего вы представьте, себе? Какой опыт и какое количество знаний было накоплено за 51 год. Это не просто танцевальная студия, это отдельное государство. И мы вам желаем туда попасть. Павел, у вас же есть с ребятами какие-то термины свои? Вот можем мы сейчас в конце, вы какое-нибудь слово говорите, какую-то, не знаю, ну, которое обозначает какую-то конкретную позу, да? И они раз и встали такие. Да. Давайте попробуем. Так. И мы тоже это сделаем. Ребят, да, давай. Давайте я сейчас вам скажу. Первая позиция, и мы красиво встанем по первой позиции. Приготовились. 3, 4 и... Первая позиция. Умнички. Первая позиция. Вот так-то. Юность Красноярья. Алена Игнатьева, руководитель младшей группы этого образцового художественного коллектива детско-юношеского хореографического ансамбля. Спасибо вам огромное. Ребятам успехов, ансамблю новых звезд маленьких. Ну, и вы тоже задумайтесь о том, чтобы отдать вашего ребенка в танцы. Мы двигаемся дальше.